Жарко. О, привет, привет. Как дела? Ничего, да, тихо-тихо, да так вот. Сейчас прямой эфир был, не прямой эфир, а мы с Альбертом нормально поговорили часа два, больше двух часов. Два часа с Альбертом. Это круто. 2 часа 15 минут. Это какой-то рекорд. Да, да, вот, если будет желание, потом зайдешь, посмотришь там Альберт Исаков. И... Вкусное, да, на столе? На столе, да, вот. Беда, галбы. Я не буду, я сейчас не буду кушать, чтобы поднимать аппетит, не буду. С чем они? Неудобно, не кажется. Я просто покажу, как это делать. Я просто покажу, как это делается, покажу, да, как это просто вот. Ты знаешь хорошо. Ну ты знаешь, да, что это? Это нет, ты скажи, на букву С. Сумах. А лепешка как? Называется лепешка как? Кутап. Найнанды кутап. Гуру, ацан, там немножко гуру, ацан, бар этот. Как это вот? Гурух, бирас. Ты баранина, ой, да, а ты кутап. Я сейчас, это сестра приготовила? Марина готовила, да, она же хорошо готовит. По азербайджанскому рецепту, да, наверное, ее сваясь. Мы знаем один нашевский рецепт. Я не знаю, азербайджанский, армянский, русский. Я знаю, что вкусно, по кайфу это наш как общий. Покушать, как да, вы в Баку не спрашивали, вы кеменды это кто готовит. Мы по кайфу кушаем. Ну окей, баки, это для нас главное, что... Тогда я тебе Каспийское море покажу, чтобы вообще хорошо зашло. Я всего сейчас откушу, чтобы люди, ну, да, не открывать аппетит. Нормально, а панорама. Где? Вот это тебе. Да, это... Короче, а где, Хама? Это Сибриз называется, это комплекс такой. Эмин Агаларов построил. Тут здесь проходят фестивали «Жара», тут разные залы. А, вот. Фестиваль «Жара». Я слышал, но не видел. Это вот здесь, да? Вот это в этом месте. Нардаран. Тут очень длинная, несколько километров пляжная линия. Сибрис. Вот здесь те, кто предпочитают бассейн, те, кто предпочитают море, вот здесь, под этими этими, да. Ну, это из, это что, бамбук, да, это, наверное. Те, кто любит бассейны, здесь 3-4 вот таких больших бассейна и разные отельные комплексы, в общем, очень круто. И я там проходит фестиваль «Жара», там «Росбар». Вот мы в Нардаране, там пир, туда вот ехали. Пир напротив, а такой, на той стороне дороги, да, здесь море. Да, туда ехали. Могу, он сделал хорошо. Да, это именно Агаларов, да, сделал? Здесь. Я тебе сейчас покажу даже ресторанную зону. Вот здесь такие вот, например, объекты, море, бассейны. А вот бассейны. Красивые девушки, парни, тоже ничего. И смотрю на народу, там тоже есть народу, немало там народу. Да, здесь вообще, если суббота, воскресенье, вообще надо приходить и идти сюда, потому что мест вообще нету. И, блин, короче, хочу кушать, хоть, ну, неудобно как-то кушать, а то аппетит открою всем. Кушай, баскет 7. Я сейчас тебе тоже покажу. Не. Не кушай, да? Знаешь, желающих много будет, лучше я это сделаю. Страшного, наслаждайся. Тя гурбанда. Видишь, сколько народу? Саул. Нормально. И здесь, в общем, ты, конечно, смотрю, отдыхаешь, да? То там, да, то да. Там. Ну, у меня все, вечерами хороший. Банкеты. Вчера я вечером вел банкет, днем отдыхал. А, вот здесь, например, смотри, вот такие вот 15 ресторанов идут. Слева турецкие, справа грузинский, пиросмани, вилла, приват, это барная зона. Это дальше итальянская пицца. Милбокс, это смешано. Алхимик, это русские бары, да? Да. Здесь папа гурман, тоже, вот квас тоже русского много, да? Ну, квас, понятно, видишь, хлебцы, да. Здесь уже смешано все, да? А, да, да. Клево, да, вот такой комплекс. И ты просто идешь, бухаешь и бухаешь, кушаешь, бухаешь, потом кушаешь опять, потом опять бухаешь. В общем, если ты, да, у тебя хватит сил дойти до конца этого комплекса, ты, короче, нажрешься в конец. Ты меня так, ты меня сейчас так дразнишь. Не дразни, да, а? Хочется взять билет и полететь туда без черного списка. Не-не, я тебе постараюсь в будущем помочь с этим черным списком. Я не знаю, как правда, но я попрошу, да, скажу, что ты реально адекватный человек. Поэтому, если можно,
что-нибудь сделать. Здесь, короче, такая зона шорхаус, да. Здесь вечерами программы, здесь Эмин Агаларов живет. А этого всего не было, этого всего нет, при нас не было вообще. На Ардаром такой да, маленький поселок, этого ничего не было. Это громадный комплекс сейчас. Много в Азербайджане их, но вот это очень круто. Здесь разные бары, гуляют красавицы, не гуляют шмары. Так, я говорю, здесь бары, гуляют красавицы, не гуляют шмары. Только солидные бары. Да, точно. Ну, здесь да, ну, красиво. Девушки, конечно, сохранились прекрасные. Да, девушки, парни, симпатичные люди, все сохранились. Это хорошо. Да, поздоровайся. Симпатичные азербайджанские роскошные мужчины. Симпатичные азербайджанские роскошные мужчины. Московские озеры. Да? На Московке. Отдыхайте. Да-да. Люди, короче, кайфуют. Не видишь, да? Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Мотоцикл вот такой. В общем, тебе нравится? Ну, конечно, нравится. Очень рад. Надеюсь, когда-нибудь приедешь. Не, скажи. А вот в Машалях до сих пор из верблюдова, из мяса вот это, как назывался? Вот. Мяштага? Нет, кутабы, давай, вот, из верблюдов мясо раньше делали в Союзе, а сейчас делают в Машагах. Не могу, джорати делают из верблюда. Кутабы. Не, кутабы тоже делали. Кутабы джорати, конечно. Ну, это тогда в Машагах ехали там. Делают, этот. Все делают и в Машагах, и в джурате, где хочешь. Все делают. И все шикарно, вкусно, прилично, эстетично, специально для тебя. Спасибо, Хаман. Нет, в Баку сейчас реально очень-очень движ пошел. Крутой, честно. Пошла. Камрад, мы разговаривали с Абертом, да, там, ну, длинный ролик получился, он же выставил там. Что? 2 часа 15 минут, да? Да, 2 часа 15 минут. Он уже выставил, сейчас можно зайти посмотреть там у него. И там, да, 2 часа 15, и там написали мне, говорят, значит, вам обоим дорога в Армению закрыта. Серьезно, армяне вам написали? Да, я говорю, ну, спасибо. Баку закрыли, теперь уже и в Армению закрыли. Скажи, вообще не они будут решать, а Камра Размовар будет решать. Надо будет в Армению вам откроем дорогу. Ты знаешь, насколько я крут. Я раз, спасибо. Дожились, да, как говорят, Карл Маркс по старости лет попал в парапет. В Баку был раньше парапет, не знаю, ты помнишь, нет, там, это сад 9 января, по-моему, сад был. А где это сад? А как он назывался? Кафе Арас. Там был кафе Арас. А парапет сам как назывался? Как этот назывался? Сад Карла Маркса. Да, сад Карла Маркса. И там собиралась молодежь, да, ну там как, ты помнишь, раньше там он сидит, и поцелуется, все говорят, там мурсусь, блин. И сразу, и назывался парапет. Не знаю, кто-то, если помнит из нашего поколения, я думаю, помнит, да. И там вот пацаны собирались по вечерам, все. Тусовка. Да, такая маленькая тусовка, да. Камран. Привет, как дела? Да нормально. А что так он не поворачивается? А, вот так, да. Это море, да? Это море, Каспийское, это Каспийские красавицы. Хазар. Марина подсказывает. Да, у нас здесь, видишь, пальмы растут. В общем, вот такая вот крутизна. Посмотри, вот здесь как красиво вообще, да? Пальмы такие. И вот наше то самое Каспийское море. Оно неизменно на том же месте. И что хорошо, что там везде пески. Вот на Кубани там. Везде да. Песок, без этих, без камней, да, как Черное море. Да. Тут там.
А здесь кругом камни, вот на Кубани кругом камни, камни, да? А там, видишь, чистый песок. Да, здесь именно песок. Я когда первый раз приехал на Черное море, я говорю, слушай, а где у вас тут песок? Говорит, а у вас песка нету, везде там галики, камни, камни. А где берег? На берег тоже камни. Да, да, даже на берегу, вот на берегу такие, тоже были камни. Вот такие же уважаемые бабушки в море плавают, помнишь, да, 80-е годы? Да, да. Также девушки на море. Также вот просто здесь сейчас стало все очень красиво и круто. Там разные... Старые, приятные, шикарные, хорошие воспоминания. Самые счастливые. Да, да, надо... Можешь сказать, что да, самые счастливые. Как тебе приехать в Азербайджан? Надо, не знаю, надо мне уже приехать, Камран. Пойти на кладбище, в Баладжасе кладбище, да, у нас было там. Пока, и взять... Кладбище. Да, у нас было на Армянском были, да, ну там поломали все. А бабушка, дедушка похоронены на кладбище там. И мне... Мой долг приехать, взять землю с этого кладбища и привезти на родительское кладбище, здесь на могилу их посыпать. Я тебя понимаю. Все будет нормально, я думаю, когда-нибудь. Хотел тебе Каспий показать. Понятно, да, это деревья, красота, но главное да. Море. Эти деревья, эти все это уйдет. Люди уйдут, а это море, воспоминания останутся. Правильно, поэтому правильно. Вот показать этот песок, он такой же. И показать этот берег. И люди такие же. Ты же видишь. Вижу, вижу. Это важно. Да. Надо себе приехать как-нибудь в Азербайджан. Обязательно. Там уже вот мне сейчас только говорят, приезжай, приезжай, сами тебя встретим. Там, если надо, там голоса будем давать. Чтоб... Я говорю, а почему бы нет? Это что, я в конце концов еду туда, где я родился и вырос. Так что, дай Бог, все будет нормально. Мир будет, счастье будет. Красота будет. Жизнь ну будет. Вот мы должны создать, чтобы бакинские, армяне, бакинские пацаны, да, могли приехать. То же самое, чтобы ереванские азербайджанцы могли тоже ехать туда, чтобы хотя бы просто посмотреть, что, как там происходит. Конечно. Понимаешь? Конечно, это, блин, я тебе честно скажу, Аршак, нужно как-нибудь все это решить, блин, эти разговоры. И просто, чтобы люди могли приехать. Да, вот я родину, читаю, да, вот. Понимаешь? Так вот, ереванские азербайджанцы, да, ну, из взрослого поколения, да, как они сильно скучают. Им скучают по Армении, где они там жили, воспитывались там. И они хотят туда тоже поехать. Да, не жить, конечно, жить нету. Просто поехать посмотреть на, ну, ностальгии тоже, понимаешь? Посмотреть, я их тоже понимаю. Вот надо, не знаю, получится у меня, не получится, надо будет что-нибудь сделать, чтобы да. теплота, чтобы это все, то, что было холодно, чтобы это как-нибудь, понимаешь, тепло это делать, чтобы могли перемещаться туда-сюда. Все будет нормально. Маки пальм. Будет. А иначе грош нам цена будет, если мы с этим не справимся. Красиво, Аршак, нравится? Да, нет, конечно. Это как во Вьетнаме сейчас. Есть такие вьетнамские да. вот этот. Такой да. вариант, блин. Да. Страна. Ну, конечно, в Азербайджане ты всегда знаешь, всегда были большие бабки. Всегда было. А, я еще в то время говорил, да, в советское время, если это еще был 85-й, 87-й год, я говорю, если человек в Баку не смог прожить, он в другом регионе не сможет прожить. Потому что в Баку всегда могли делать бабки. Всегда, ой-ой-ой. Всегда могли в Баку делать бабки. Да что такое? Это парк, да. Да, да, хороший парк. И там всегда могли делать бабки, всегда. Это да, здесь такие... Зоны для гуляния, красота, красивые женщины. Как я понял, ты неравнодушен к красивым женщинам. Ну, я же холостой, можешь и женить в Баку. Я же холостой. Вот, кстати, зал торжеств прямо у моря. Молодые женятся, он прозрачный. Представь, ты зал и видишь небо. Представь, да? Да, это... Прозрачный зал. Там танцуешь и видишь небо. И оттуда выходишь к морю, там регистрация у моря. Представь, да, кайф. Осетрина, на самом деле шикарно. Да, да, это наши реально, да. Ты представь, какие отели в Азербайджане, в Гебеле, в Ланкаране. Везде такие отели пятизвездочные. И цены, знаешь, Камрад, мне как раз в Гебеле Куткаши был очень наш близкий друг, да, надо мне его тоже найти. Он, может, умер, а его сын, наверное, живой. Его там все знали в Куткаши, в Гебеле, все знают. Я просто имя пока не буду говорить, да, его. Я приеду, мы туда обязательно нужно съездить.
Куткашин. Да у отца там во всех районах были друзья, знакомые у отца. Аршан, такие... короче, Каспий здесь, бакенцы здесь. Нужно будет что-то придумать, чтобы ты тоже был здесь. Хорошо? Да, да. Надо открыть дорогу, Кем, надо открыть дорогу и азербайджанским, и ереванским азербайджанцам, и бакинским армянам. Надо бы как-нибудь дорогу открыть, чтобы просто ехали, хотя бы радовались. Именно радовались жизнью. Один раз живем. И надо постараться. Я тебе покажу то, что ты помнишь. Каждый раз шторм и выброс рыбы. Помнишь? Да. Еще в Новханах тюленей даже выбрасывало после шторма. А в Новханах был... Суит, да. А в Новханах был золотой пляж. Не знаю, остался, нет, назывался золотой пляж, там, в Новханах. Я там тоже был, на этом пляже, в Новханах. А Загульба был международный лагерь? Ну, Загульба, да, там международный такой лагерь был. Ну, Загульба. Вот море, вот песок, Аршак, вот Каспий. Короче, ждем в будущем. Пока. Ладно, хорошего тебе дня, отдыхай. Пока. Давай, спасибо, спасибо за показ, было приятно вспомнить. Будем на связи. Давай, Хемра, есть.